Здравствуйте! Одна из проблем современности – плохая экология, которая негативно влияет на качество воздуха. Особенно это проблема больших городов. В борьбе за качество воздуха вам помогут комнатные растения. Многие комнатные растения умеют очищать воздух, собирать пыль и нейтрализовать тяжелые соединения, опасные для здоровья. Мы подобрали для вас несколько видов комнатных растений, которые просты в уходе, красивы и способны значительно улучшить качество воздуха в вашем доме. Хлорофитум, цисус, традисканция, плющ, мюлленбекия. Конечно, многие из этих растений вам хорошо знакомы. Однако сегодня мы покажем, как сделать не только красивую, но и полезную композицию – флорариум. А в качестве горшка мы будем использовать настоящий аквариум. Наш аквариум мы предварительно помыли, обдали кипятком и высушили. Теперь на дно аккуратно выкладываем слой керамзита. Так как стенки аквариума прозрачные, то для создания дополнительного декоративного эффекта мы наполним его песком. В качестве основного грунта мы будем использовать готовый субстрат для комнатных растений. При посадке растения лучше разместить с отступом от стенок. Не загущайте вашу композицию, иначе флорариум быстро потеряет свою декоративность и структуру. Оставьте растениям место для роста и циркуляции воздуха. Так как мы используем уже специализированный грунт, вносить удобрения мы не будем. Уход за композицией сводится к поддержанию в аквариуме оптимальной влажности и температуры. Уровень влажности 70-85%, температура не менее 25 градусов. Умеренный полив и опрыскивание в условиях очень сухого воздуха квартиры. Наша композиция готова. Согласитесь, аквариум с живыми растениями выглядит стильно и необычно. И благоприятно влияет на воздух в вашем доме.